Концертная программа, свежий воздух, библиотека на улице, игры в бадминтон на зеленой лужайке и, конечно же, творческие мастерские. Все это можно было видеть возле Дворца культуры «Современник». Такое мероприятие проходит в нашем городе уже не в первый раз. Сюда, как правило, вот несмотря на то, что не работает фонтан, площадка концертная работает каждые выходные. Вот, поэтому у нас уже есть такая своя аудитория, которая приходит просто за зарядом бодрости, хорошего настроения. Кто-то смотрит концерт, кто-то просто играет со своим ребенком под задорные песни вокальной эстрадной студии «Десерт». А кто-то с увлечением своими руками делает открытку для мамы. Нравится тебе этим заниматься? Да. Почему? Ну, у меня просто в школе технологии, у меня там очень интересно, так что нравится. Открытое небо, открытые сердца. Именно так называется мероприятие, которое каждые выходные проводит Дворец культуры «Современник». Целью этого праздника является привлечение детей в кружки и мастерские при «Современнике». Организаторы надеются, что после такого выходного вечера ребята захотят заниматься творчеством. Дмитрий Балясников, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».